Днем 24 января на 6-м километре автодороги Нефтекамск-Камбарка произошла авария. По предварительным данным, 31-летний мужчина, управляя автомобилем КАМАЗ, двигаясь со стороны Нефтекамска, не справился с рулевым управлением и допустил занос транспортного средства. Грузовик, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем «Део Нексия». В результате ДТП водитель легковушки, житель Удмуртской республики, получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям о выборе безопасной скорости движения с учетом дорожных и метеоусловий.